23 декабря в детско-юношеской спортивной школе Станицы Северской состоялся спортивный праздник для детей с ограниченными возможностями здоровья – «Веселые старты». Перед началом эстафеты спортсменов поддержали юные представители студии спортивного танца «Диана». На празднике присутствовали спортсмены, которые стали победителями спартакиады инвалидов Кубани в 2019 году. Среди них представители армспорта, легкой атлетики и других дисциплин. Глава района Адам Джарин высоко оценил уровень профессиональной подготовки спортсменов муниципалитета. В преддверии Нового года хочу всех поздравить с наступающим Новым годом, с Рождеством. Пожелать вам всем здоровья, крепкого, благополучия, чтобы все мечты, которые вы будете загадывать, обязательно сбылись. Родители, вам низкий поклон. Терпение, терпение, еще раз терпение. С наступающим праздником! Также на празднике присутствовал депутат Государственной Думы, лидер общественной организации «Мир без границ» Владимир Синеговский. В своем обращении он подчеркнул важность занятий спортом для людей с ограниченными возможностями здоровья. Практика показывает и опыт, что ребята сегодня, они намного ценят больше жизни, они намного больше проявляют своей энергии, достижения своей цели. И хотелось бы, конечно, как можно больше общественность, все мы поворачиваемся к этим ребятам, к этим семьям. В состязаниях участвовали три команды – «Снежинка», «Звездочка» и «Салют». В составе каждой 10 семей. Эстафета получилась веселой и зрелищной. Участникам предстояло выполнять самые разнообразные задания. Каждый имел возможность показать силу, ловкость и умение действовать в команде. Проигравших команд в этот день не было. Тот, кто смог преодолеть себя, достигнуть определенных высот в спортивном мастерстве, уже победитель. Завершился праздник вручением новогодних призов и подарков.